Обвиняемый нанес несколько ударов ножкой от табурета, а также ногой потерпевшему по телу. От полученных травм последний скончался на месте. Скоро на вызов по-любому. Он говорит, походу, не стал, короче, дышать. Я говорю, все же нормально было, он сейчас разговаривал, все. Все. Как бы вот так. После чего приехал скоро.